Вот посылочка пришла из Китая. Вот так она упакована. Сейчас вскроем, посмотрим. Так, вот в такую бумажку завернуто. Вот такая шкатулочка пришла. Упаковано вроде ничего. Попросили меня заказать вот такую шкатулочку. Я заказал, она пришла. Так. Вот она вот так выглядит. Такой замочек. Вот вроде сделано нормально. Швы. Швы вроде. Швы прострочены ровно. Вот. Вот такая. Сейчас вот сравню с ножницами. Так, размер ее. Четырнадцать. Ширина 9. Толщина 4. Такая шкатулочка. Сейчас откроем, посмотрим, что внутри. Открываем, смотрим, что внутри. Замочек, конечно, хлипленький. Как красиво, что не очень. Это замочек. Замочек немножко хлипленький. Вот это болтается язычок. А так, шкатулка понравилась. Сделано аккуратно. Ничего. За такие деньги очень хорошо. Вот такие размеры она. Вот бумажка 200 рублевая. Вот спички на ней. Вот таких примерно размеров. Есть, конечно, тут небольшие косячки, но их особо не видно. Допустим, замочек приделан немножко неровно. Вот если присмотреться, немножко под наклоном он стоит, немножечко под наклоном. Так, вот здесь улезает ниточка. Открываем шкатулочку. Вот там внутри зеркальца. Вот такие штучки, которые вынимаются. Вынимаются такие штучки. Медленько все сюда вставляется. Думаю, что для девочек будет очень хороший подарок.